известный врач и известная цитата. Согласится ли наш герой с мнением классика? Или предложит свой вариант? Доктор, что вы об этом думаете? Ведущая – кандидат медицинских наук, эксперт по вопросам эстетической медицины, глава компании «Клавермед» Ольга Засеева. Провокационная, ага. От нашего Фридриха Ницше, который большой философ. Да. Он считал, что если женщина обладает развитым интеллектом, то у нее не все в порядке с сексуальностью. Я не сексист, я сразу скажу, но в какой-то степени вот все написано и все прописано во всех священных книгах, в любой религии. Роль женщины и роль мужчины, она написана и установлена так, как должно быть. Сейчас в современном обществе мы стараемся поменять вот это все и пытаться завуалировать там унижением достоинств или там чести и еще чего-то женщины путем там, сказать, что мужчина умнее или же мужчина сильнее. Женщины пытаются доказать, что это не так, что это вот так. Абсолютно есть профессии. Вот возьмем хирургию. Лучше женщины человека, который сделает определенные этапы операции, нет. Мужчина не сможет сделать ту работу, которую сделает женщина, и так, как она ее сделает. Интересно. Она сделает это лучше, она сделает это заложено природой так. Мы знаем массу примеров красивых женщин, которые добиваются успеха и в области там, научной какой-то, и в области семейной, и в области... У меня масса примеров девочек, которые работают в отделении, которые успевают, я не представляю, как они успевают родить троих детей, воспитывать их, следить за мужем, бежать в операционную, оперировать с утра до ночи, прибегать домой и дальше продолжать работу. Это на это не способен мужчина. У каждого мужчины есть вот свое восприятие, свое понимание женщины. Мы не можем сказать, что кому-то нравятся сексуальные, красивые женщины, но они должны быть более глупенькими. Или же должна быть женщина, которая вот там интеллектуально развита, но она некрасива по привлекательности своей. Такого не бывает. В природе такого не бывает. Для каждого мужчины есть своя женщина.